это очень жестокая задачка, собственно говоря. Либо ты живешь хорошо, с точки зрения там, физической, физиологической, какой-то угодно, либо ты живешь плохо, но ты тогда солдат. Вот. Мы поем песни для солдат, и мы хотим, чтобы было ты больше. Ты считаешь себя солдатом, поэтом или музыкантом? Солдатом, солдатом. Никаким поэтом, ни музыкантом я себя не считаю, потому что музыкант никакой. Вот. А поэт, я профессиональный. А когда человек становится профессиональным поэтом, он понимает, что цена слова, то есть слово, собственно говоря, поэзия, это так себе, это пластилин. Это форма, из которой можно сделать так, тяк, иначе. То есть человек раз в жизни делает определенный выбор, кто он такой. Либо он, грубо выражаясь, обыватель или обычный человек, либо он солдат. Если он солдат, тогда он отстаивает определенные ценности, которые выше его, ради которых можно отдать жизнь. Ради которых можно отдать жизнь. Ради которых можно отдать жизнь. Я хочу, чтобы вы немножко укулеле от нас. Сегодня у нас в гостях замечательный человек. С необычным тембром голоса. В его мелодиях вы сможете услышать и рок-н-ролл, и панк-рок, и замечательную мелодику баллад в стиле Киша, и даже немножко танцевального акустического драйва от Юрия Антонова. В общем, все смешалось в творчестве и таланте этого человека. Он специально сегодня пропустил несколько корпоративов, чтобы потерять немножко денег для своей семьи. И он сказал: к черту деньги, я для вас выступлю сегодня в Шване на дне памяти такого замечательного человека, как Егора Федоровича Летова. У нас на сцене Константин Бирн, наш звездный резидент, замечательный человек и музыкант. И его верная подруга, гавайская гитара укулеле. Прошу любить и жаловать. Всем привет. Кто еще не уснул? Всем привет. Что я хочу сказать? Я ждал этого концерта, потому что я давно хотел именно программу Егора Летова, да, сыграть. И это наконец свершилось. И думаю, что это замечательно. Ну что я хочу сказать, я познакомился с творчеством этого человека где-то в 6 классе это было. У друга взял аудиокассету. Кто не знает, что такое аудиокассета, это что-то типа диска, но это аудиокассета. И это замечательно. Они до сих пор сохранились, я их храню как это. Вот есть, да, я смотрю, есть такие товарищи, у кого есть кассеты, и тоже вспоминают эти прекрасные времена, да? Всем привет еще раз! Хочу напомнить, кто прослушал, когда пил пиво. Меня зовут Константин Бир, не путать с пивом. Но тем не менее, меня зовут Константин Бир. Найти меня можно в интернете тоже Константин Бир и так далее, неважно. В общем, еще раз напомню, кто забыл, кто сюда пришел и зачем. 10 лет без Егора Летова, как говорится, к сожалению, да? Вот, и давайте вспомним этого человека. Неважно, что это произошло чуть раньше, так это только замечательный и отличный. Еще раз говорю, давайте подпевать и петь вместе. Хватит тут жевать. Давайте проверим гармошку. Вот, звук вроде есть, да? Все отлично. Все отлично. Поехали тогда. Поехали. Оп-оп-оп, раз, два, три, четыре. По моей незасохшей руке пробирается тихо память. По моей незастывшей реке проплывает тихонько птица. По моей неубитой душе плачет скорбно забыть. Yeah.
песни. Я летаю снаружи всех измерений. Песни! Я летаю снаружи всех измерений. Все-таки сделайте потише. Спасибо еще раз всем, кто пел, а не ел. Итак, еще раз. Отлично. Следующая песенка. Yeah.
Зоопарке. Спасибо всем, для вас играл Константин Бир. Всем спасибо еще раз. Костя, ты обещал, далеко бежит дорога, еще сыграй. Ну это мне не разрешит организатор. Так, скажет, давай, мы попросим. Ну что, еще одну дайте. По просьбам крутящихся, так сказать, чертенка. Константин Бир на нашей сцене. А какую я обещал? Далеко бежит дорога. Мы идем в тишине. Всем спасибо еще раз. Всем еще раз спасибо. Зарядился энергетикой, вдохнул наше мероприятие второй жизни, это очень приятно.